Эй, твари! Кому дать по зубам? С вами группа Кабан, ебать. И сегодня я всех вас приветствую на данном праздничном мероприятии, посвященном уже даху 10 с хуем летию франшизы «Мрачный король», ебать. Созданная корпорацией Drone Media, которая, блядь, наша, блядь, материнская корпорация лейбла Drone Records, нахуй, на котором мы... Ебать, пишемся уже который год, но который год не счет, потому что это, ебать, это просто ебаные поколения людей, нахуй, вырастали. Да что греха таить, я сам вырос на этих фильмах Дрона-Дрончика. Мрачный король 1, Мрачный король 2, Мрачный король 3, Мрачный король возмездия, который вышел как раз-таки вот примерно в это время, когда мы сейчас с вами говорим, но в 2013 году. Вот, как компиляция первых трех частей, я помню, сам был в восторге, когда посмотрел эту трилогию, и я понял, что, блядь, я хочу когда-то, блядь, просто быть частью этого, нахуй, нечто, этого прекрасного, нахуй, творения, произведения. И вот сейчас я рад вам всем, мы, группа Кабан, сегодня рады всем вам представить праздничный альбом, посвященный десятилетию, нахуй, франшизы ебаной, которая нас всех вверх-снизу подняла. Вот, и, конечно, все песни будут исполнять сегодня излишне нежно, но, ебать, я нахуй рваный зверь саванны, и сейчас я вам исполню некоторые композиции из нашего альбома, и по случаю этого, как вы уже могли заметить, у меня здесь лет 10 написано, «Мрачный король» 10 лет, как бы, годы идут, а рока люди все ждут, ну и сейчас получат, ёпта. Это нам не потребуется. Итак, первая песня. Она, собственно, у нас одноименная, просто посвящена кинофильму в целом. И главному ее злой антагонисту первых трех частей, Мрачному королю и его страшным завоеванием. Поехали! Мрачный король достает свой огромный темный кулак. Под мантией темной ставит его на карту волшебного мира. Скоро будет его добрая часть этого мира, блядь. Бабайки его, верные други, бабайки у него, верные слуги, помогут. Захватить ему этот мир. Мрачный король у бабая главный кумир. Чуваки, да, это было мощно, ребята. И эта песня, ебать, посвящена главному герою, который лично на меня оказал большое в свое время, блять, влияние, его, нахуй, завоевание. И я предлагаю выпить за это все, за то, что было, и может что-то будет еще. И продолжая нашу программу сегодняшнего вечера, следующая песня, которая, ебать, прозвучит у нас сегодня на мероприятии, называется «Одна лопата», посвящена, собственно, заключительной части «Мрачный король номер 5», которая вышла в 2017 году, посвящена такому персонажу, который, возможно, не каждый знаток вспомнит его, но такой герой был, и я бы его раскрыл. Информаторша, волшебный матерша, и... Что мне не понравилось в фильме лично, то, что авторы сделали очень маленький акцент на том, что на поле этого персонажа, на том, что это девушка, между прочим, нежное существо, вот, у которого тоже могут быть свои чувства. И хотелось бы просто раскрыть этот аспект персонажа сегодня. Песня называется «Одна лопата». Одна лопата, одна лопата,
надеется на предсказания. Но маматор, но информатор, мне не надо от вас нихуя. Мне б ваши сиськи ебаные потрогать, не помять вашу ебаную жирную жопу. Но маматор, но информатор, я потрогал вашу ебаную, сука, жопу. Ау, маматор, а информатор, ау. Песня. Что же информаторша ответила бы на эти чувства человека? А это я вам только уже, ребят, самим предоставляю слово домыслить, потому что это осталось за кадром фильма, это уж точно. Что ж, ребята, двигаемся дальше по программе нашего небольшого ебать мероприятия. Следующая песня, которую хотели бы вам сыграть сегодня, посвящена еще одному ключевому персонажику, так сказать, мрачной саги ебаной. И, собственно, эта песня посвящается никому иному, как Бабайке, который фигурировал, собственно, в абсолютно во всех. Единственный, возможно, персонаж, который появлялся... Ебать. Нет, я сейчас вам пишу нахуй. В четвертой части Бабайки не было. Ну, не суть. Персонаж, который чаще всех остальных присутствовал в... киносаги, созданные корпорацией Drone нахуй Incorporated, Media Records и Studios, Байка, которого ждали на своем пути страдания, страшные испытания. И что в итоге он получил за эти все страдания? Да ничего хорошего он не получил. Это просто полная трагизма и драматизма судьба побудила, собственно, нас, группу Кабан, записать эту песню, душераздирающую, по меньшей мере, можно ее так охарактеризовать. Если вы, блядь, не способны сопереживать... Ну, это пиздец, ребят, наш век. Итак. Группа Кабан представляет песню «Бабайка перерождался». Бабайка перерождался, бабайка перерождался, бабайка. Бабайка перерождался, бабайка перерождался, бабайка перерождался, бабайка самим собой остался. Старались в полной мере отразить страдания этого, ебать, персонажика. Но, блядь, музыка на 2 минуты, конечно, не отразит. На мой личный взгляд, как бы, этот персонаж, он сам по себе, его странствие. Сколько он нахуй раз умирал, сколько, блядь, страдал. Давайте посчитаем, ну, в первой части он умирал 3 раза. И потом сколько собратьев еще у него там нахуй погибало, блядь.
пятой части, сколько раз менял сторону, сколько раз им вертели просто, как хуй знает кем. Бля, а зачем? Только на все эти игры мира наших больших. Но, возможно, это что-то большее. Но все равно судьба обычного байки, она заслуживает, блядь, как минимум, почитания и памяти. И, на мой взгляд, персонаж, конечно, заслужил бы отдельно альбом, но, блядь, против лома нет приема, нахуй, против толпы не попрешь, поэтому одна песня только, вот, я даю, ты берешь, пацан. Итак, продолжение нашей ебаной, блядь, шоу-программы. Четвертая песня, я бы хотел посвятить персонажику, которого обошли стороной немножко, так скажем, вообще даже в оригинальном кинопроизведении. Он у нас был в первой части, граф Монтегума. Собственно, он играл важную роль, он, блядь, хранил некогда у мрачного короля запечатанный древний артефакт, чтобы попасть в царство короля, в, блядь, защиту его он выступал. А потом, блядь, пал, и мрачный король его убил. И никак автор фильма, собственно, это не описал, не осветил в произведении. Тут такая дыра в сюжете была некоторая. Вот, и, собственно, я имел личное общение с коллективом создателей фильма, поэтому, собственно говоря, группа Кабанчик сейчас вам представит официальную версию того, что с ним произошло. Ну и просто, как бы, персонажик-то как бы не самый непримечательный был, поэтому песню заслужил свою. Песня называется «Граф Монтегума». Граф Монтегума, да еще фигура. Граф Монтегума, слишком много думал. И теперь сидит он, блядь, дохлый, блядь. И теперь пухом прахом ему земля. И теперь сидит он, блядь, дохлый, блядь. И теперь пухом прахом ему земля. Граф Монтегума, задумал убить мрачного короля. И теперь он дохлый, бля. Он сидит в своем дохлый поместье, даже не на кладбище, не в том месте, блядь. Он сидит в своем дохлый поместье, даже не на кладбище, не в том месте, блядь. Музыкальный вечер, ебать, у нас сегодня такая музыка. И медленная, и быстрая, но в целом бескорыстная. Группа Кабан работает только по приколу. Никаких донатов не принимаем, в принципе, и не намерены. Итак, господа и дамы, ебать. Последняя композиция, завершающая нашу сегодняшнюю программу. Хотелось бы вложить в нее всю магию этого прекрасного мира волшебного, который, может, не настоящий, но сказка ложь, да в ней намек добрым молодцам, нам всем урок, и тёлкам тоже с огромной задницей и сиськами третьего размера. Там есть что поучиться, уж чему поучиться, уж, блядь, поверьте нахуй мне. Песня про добро, про волшебство и про магию, и про предательство страшное. А в затерянном лесу уже никто не сыт. Его клан яблок сторожит, его клан яблок сторожит. А его там запечатал Дон Тики Дон, тот еще гондон. Он его скинул, бля, со своего корабля, корабля. Ta 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 ta
клапан яблоко лежит. Покоится, блядь, и никак нахуй не упокоится. Потому что его заебашил мрачный король уже новый, который стал, которым стал Дон Сигидон. Такая вот сказка. Ну что же, дамы и господа, а прежде чем закончить нашу ебаную телепередачу, хотелось бы напомнить вам о том, что если у вас нет нихуя $666 на приобретение оригинальной версии нахуй альбома нового по цене предзаказа, скоро электронная версия станет бесплатной, тем не менее, у вас появляется возможность уникальная своим нахуй кровным трудом заработать, выиграть ебать CD-диск нового альбомчика группа Кабан. И это всего лишь-то поучаствовав в конкурсе косплея, который уже нахуй идет, уже принимают заявки. Как мне говорило руководство, пока работ недостаточно, поэтому, ребят, поднажмите. Призы стоят того, творческая инициатива всегда нахуй. Это круто и это красиво. Поэтому, пацаны, тёлки, ждём нахуй ваших работ. И ещё чего-то, блядь. Итак, всем спасибо, кто присутствовал. Кто не присутствовал, идите нахуй, блядь. Всё, до свидания, ребята. До свидания.